Ой, где тут ступеньки? Должно быть ступеньки здесь. А вот здесь вот, да, всегда ступенечки есть. Ступенек нет, дороги нет. Надежда Вихрева преодолевает этот путь как в первый раз, хотя летом ходит по этому тротуару. Он ведет, например, к библиотеке для незрячих. Но при расчистке улиц это, кажется, не учитывают. Для нас это всего лишь ступенька, для людей с ограниченными возможностями зрения настоящая проблема. Хотя расчистили вроде бы для них. Вот лежит тактильная плитка, которая обозначает пешеходный переход. Хотя, как они сами говорят, если чистить так, то лучше вообще не чистить. Лучше вообще их не очищать, чтобы не было этой ступеньки. Ступенька это не, как для нас непредвиденная. Если еще с тростью там ее учувствуешь, то есть это реально упасть. Так чистят в центре. Но вернемся к библиотеке для незрячих. К ней ведет вот такой пешеходный через Челюскинцев. Здесь и соответствующий знак, и светофор специальный. И все равно приходится двигаться осторожно. Перейти улицу сложно даже летом, а зимой... Ой, подождите, подождите. Нет, 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 не поднимайте, пожалуйста. Вот поэтому Надежда дорогу обычно сама не переходит. Помогают люди, и с каждым годом все больше. Только иногда незрячих обходят стороной. Слышу, кто-то идет. И я говорю, помогите, пожалуйста, от меня как отскочили. Ой, не трогайте меня. Ну, ничего, думаю, ладно, других подождала. А так в основном нет, помогают, конечно. А вот мешают неубранные тротуары или убранные неправильно? Совсем незрячие, допустим, с тростью идет, дорожки знает. Те дорожки заваленные. Получается, что приходится либо перебираться на четвереньках, это нам уже знакомо, либо съезжать там как-то где-то. Остановка завалена, то надо обязательно позвонить. Почему-то это какой-то регулярности нет. Но там же должны знать, что там постоянно должны чистить. У людей с ограниченными возможностями зрения проблем и так много, а эта зима с аномальными метелями их прибавила. Хотя, как говорит Светлана Борисова, зима ни при чем. И на ее памяти уже лет 10 дорожные службы работают одинаково. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком.